А сколько их изменений? 8 изменений. Дэн! Напугал! Так, значит, позвольте вам представить. Это Денис. Никнейм Пневмоден. И познакомились мы с ним следующим образом. Игорь Олегович, прошу дать репортаж. Миша, выключи свет. Смотрите. А что же пойду посмотрю? Говно, ты пошляешь? Я тут другой здесь, не хочу. Что происходит? Что происходит вообще? Ну, давайте. Говно. Сам слайд. Трав. Говно. Не понятно. Есть говно? Сейчас нет. Я же хотел по бумажке стрелять. Говно. Это же вопрос. Блин, с письмо, с коробку. Все, это туда. Слайды вообще не летят, это скорость. Говно. Ты тут. Зачем я вообще это записываю? Все, кто не помнит, задайте за это. Берет на тон. Короче, лежи говно. Ты меня стреляет, не умеешь. Пистолет. Говно. Ты что там? Что там полетел? Ну что, товарищи, отхерачим его! И у Дениса теперь имя в блогерской схеме говнолейший, все его знают под этим хэштегом. Но тем не менее, Денис, у нас есть традиция, на день рождения мы все собираемся, чествуем, делим фотографию. И вот эта фотография будет висеть у нас на стенке нашей славы. Анна Эдуардовна, давай, что ты? Денис, самый главный. Денис проставляется. Сейчас мы вытащим торты. Сейчас. А что у тебя аплодисментов нет? Да. Это самый главный торт, Денис, для тебя. Читаешь название? Нет. Не говно. Мне упадет. Разрушите мифов, да? Да. Ну что, теперь ты скажешь мне. Мне слух. Леший не говно. Ну это одна. Еще бы он здесь сейчас повторил. Не, ну если бы он был говно, у меня бы его не было. А так. Тебя же здесь не было. У меня их много. И, ну, тот случай, это просто неправильный продавец. А сам продукт топ. Это говорит о чем? О том, что мы никогда не зацикливаемся на каких-то мелочах и деталях. Мы всегда рассматриваем все в комплексе. И Денис нормальный человек. Каждый может ошибаться, имеет право. Еще раз поздравления. И день оружейника сегодня еще там, кстати, если что. Так что все вас поздравляю с праздником. Ну а теперь разрезайте торт, мне не забудьте кусок оставить. Там пометки, где там есть... Где есть...